Привет, друзья! Это программа «Татьянин день». Меня зовут Татьяна Меркурьева. Сегодня мы на железнодорожном вокзале. Нет, мы не уезжаем, не волнуйтесь. Помимо нас здесь много людей. Зачем они здесь собрались? Пойдем и узнаем. Почему так много народу? Почему много народу? Потому что сегодня тут будет Дед Мороз. Куда он направляется? Это говорят, куда это поедет? Поезд вон стоит. Ну, по всем городам поздравлять всех, дарить подарки. Да? Да. Скоро Новый год? Да. Есть новогоднее настроение? Да. Попросил уже у Дедушки Мороза что-нибудь? Нет. Чего хочешь попросить, можешь попросить. Камеру там. Он посмотрит и увидит. Так-то мне пока ничего не надо. Всем добра, здоровья! С наступающим Новым годом! 16 января вернется обратно. Будем ждать. Как вам сегодня погодка? Отлично. Вы замерзли? Нет. А чего пришли сюда все сегодня? Зачем Анечка сюда пришла? Увидеть кого? Я пришел сегодня сюда, чтобы увидеть, как Дед Мороз отправляется в другие города. Куда? Куда? В какие города-то? В какие? Ну, куда? Ну, в России, ну, во все. Астрахань, Москва, Вологда. Может, не отдадим Деда Мороза другим городам? Не отдадим. А зачем мы его тогда отправляем? Чтобы он подарил подарки другим детям. Если в Новый год его здесь не будет, кто будет дарить подарки нам? Ну, не знаю. Заранее приготовить. Ты уже написал ему письмо? Да. Что попросил? Я попросил игрушку. Какую? Экшн-камеру. О, ничего себе. А зачем она тебе нужна? Чтобы снимать. Будущий видеооператор? Угу. Да? Замена растет? Да. Новогоднее настроение есть? Да. Какое? Веселое. С хорошим настроением, да. И как, получили? Пока получаем, да. Что здесь сегодня? Сегодня мы провожаем Дедушку Мороза. Да. Большое путешествие. Мне так жалко его отправлять, если честно. Все говорят, провожаем, пусть едет, а мне жалко. К Новому году к нам вернется обязательно. Приезжайте к нам. Загадали уже желание на Новый год? Ну, желание. Немножко. Говорят, у взрослых все меньше и меньше с каждым годом новогоднего настроения, правда? Нет, неправда это. Да. Настроение очень хорошее. Да, предпраздничное. Синяя танцующая лиса. Постелька. Не реагирует. А уже тебе поднялось. Приподнялось? С утра такое было, когда не очень холодно все. А сейчас вот посмотрела все на такую красоту. Уже тебе понравилось. Загадали желание. Поднялось. Что ты? Загадали желание на Новый год? Да. Главное дело, чтобы у всех было здоровье, а все желания, все мечты исполнятся, сами придут. Как вам поезд, который только что отправился? Красивый поезд. Понравился? Понравился, конечно, красиво все везде, и поезд, и здесь очень красиво. Как праздник? Праздник шикарный, красивый. Новогоднее настроение есть? Ну да, в принципе, уже есть где-то там. Нам поезд очень понравился. Ребята, понравился? Да. Понравился. Мироша, понравился поезд? Нет. Нет? А чем не понравился? Быстро уехал, да? Дедушка Мороз помахал вам? Махал? Да. Махал, да? Как новогоднее настроение? Отличное. У меня тоже. Загадал уже желание на Новый год? Какое? Много всяких. Много? Здорово. Праздник очень понравился. Что конкретно? Да все.
и Деда Мороза проводили, вы и поезд красивый видели, нафотографировались, погуляли. Ну, замерзли немножко. Холодно? Очень. Дед Мороз постарался. Да, уехал, не жалко, уехал? Ну, он вернется же к нам. Будем верить. Будем ждать. Поезд посмотрели, Деда Мороза проводили, со снеговиками потанцевали. Теперь ждем возвращения Дедушки Мороза и Нового года. Это была программа «Татьянин день». Меня зовут Татьяна Меркурьева. До встречи в эфире.